Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео у нас прогноз по поводу будущей цены на криптовалюту биткоин. Как вы помните по прошлому видео, кто смотрел прогноз, у нас был нисходящий канал, который пробился вверх, как я и говорила, вот тут вот. Но он пробился не сильно, до 38 600. Все равно, кто успел посмотреть видео, мог немножко заработать. И как мы сейчас видим, верхняя граница канала у нас теперь является линией поддержки. Вот сколько уже было попыток, раз, два, три, да, пробить эту линию поддержки, все равно ниже не опускается. А это хороший знак, и значит, что, скорее всего, он может отбиться сейчас и в ближайший там час-два и пойти вверх. Возможно, даже там к 4 часам вечера, к 5 пойдет значительно вверх. Вот, это моя точка зрения. Мне кажется, что так будет, и я ставлю свои ордера в соответствии с ней. Вы смотрите сами, это ваша ответственность, ваши деньги. Ну, многие, кто прислушиваются к нашим рекомендациям, смогли заработать. Вот, кто неправильно что-то понял, конечно, будьте осторожны, посмотрите еще раз внимательно, посмотрите другие прогнозы, как вела себя цена обычно. Вот, и желаю вам удачной торговли, надеюсь, что у всех получится заработать. Но, как вы помните, нижняя граница канала, это если провести линию вот тут по минимумам, у нас нижняя граница канала является стоп-лоссом, кто открывает лонг. Вот. И если посмотреть по объемам, вот эти вот, самый большой объем вот тут был продаж, потому что у людей сработали стоп-лоссы. Они обычно ставят их на прошлый минимум, и вот тут вот их повыбивало всех. А всего лишь потом быстро отскочила цена, и все. Поэтому смотрите, когда ставить стоп-лосс, какая у вас допустимый там расход, прибыль. Подписывайтесь на наш канал. Как только будет что-то более понятное дальше по цене, я опять же запишу видео, чтобы как можно быстрее вам дать сигнал каким-то действиям. Все, всем спасибо за просмотр. Как мы видим, все-таки на 4 часах уже пошла значительная коррекция. И, возможно, вот уже скоро ее конец. Все, всем пока-пока.